Привет, ребята, снова с вами Мария, и сегодня я хочу с вами поговорить о стеснении себя, своей внешности, походки и тому подобное. Мне одна из подписчиц написала то, что она очень стесняется своей походки, то есть человек с ограниченными возможностями здоровья. А я тебе хочу посоветовать то, что не стоит бояться того, что ты ходишь плохо. Да, ты отличаешься от других походкой. Я до 15 лет вообще не воспринимала себя никак. То есть мне казалось, что мне стыдно ходить с помощью трости. Это ужасно, это безумно некрасиво. Я ее прятала, трость. Знаете, в один прекрасный момент я поняла, что я без трости не смогу ходить. Тоже в кино, на свидание или в другие места. Поэтому не стоит бояться, не стоит стесняться того, что ты ходишь с помощью трости. Или ты хромаешь. Мы все люди разные, мы отличаемся, кто-то кожей, кто-то походкой. Главное, что ты должен полюбить себя такой, какой ты есть. Знаете, иногда, конечно, я бывает тоже себя не люблю, но я понимаю, что рядом со мной человек, который меня любит, такой, какой я есть, и это главное. Если у вас есть близкие люди, и они вас воспринимают таким, друзья, подруги, родители, они же вас любят, значит, вы должны тоже себя полюбить. Вы, главное, не бойтесь того, что, может быть, кто-то скажет вам, проходящий, скажет, вот она с костылем, вот она хромает, ой, бедная, несчастная. А вы просто повернитесь и улыбнитесь и скажите: спасибо, у меня все хорошо. Так я делала раньше. Сейчас я просто не обращаю внимания на это, так как понимаю, что люди все разные. Кто-то идет улыбается, кто-то идет говорит: ой-ой-ой, бедная, несчастна. А я просто иду с любимым человеком, иду с коляской, где мой любимый ребенок. И смотрю вслед и улыбаюсь, и думаю, в жизни всякое может произойти тоже с вами. Но воспринимать себя нужно, понимать, что вы особенный человек, такого на земле уже нету. Главное, что вы всегда улыбаетесь. Не надо печалиться. Главное, что в жизни все хорошо. И мой совет в том, что заключается в том, что любите себя таким, кем есть. И не стесняйтесь походки, цвет кожи. Даже нос, возможно, какой-то не очень красивый. Но я смотря в зеркало, говорю, что я красивая. Я люблю себя. И вас показать. Вот такое небольшое видео у меня получилось. Оно более такого плана совета, чтобы вы не отчаялись. Спасибо, что вы меня смотрели. Всем пока!